В Интинский детский сад «Крепыш» поступило специализированное оборудование для логопедического кабинета. Идею воплотили благодаря народному бюджету. Детский сад «Крепыш» в прошлом году вышел с инициативой оборудовать логопедический кабинет. Поддержали этот проект 1021 интинец в возрасте от 16 и старше. То есть голосовали и выпускники «Крепыша», которые уже сегодня становятся практически выпускниками школ, то есть совершенно взрослые дети, но с такой любовью относятся к детскому саду и поддерживали. Родители поддерживали. Мы знали, что этот проект поддержали селяне Петрунь и Абись. Большое всем спасибо всем горожанам, родителям, сотрудникам, руководителю детского сада за такую инициативу. И, конечно, мы очень надеемся и уверены, что в сентябре кабинет раскроет свои двери, распахнет для наших маленьких деток. Дети будут, конечно, в изумлении. Проект разработан логопедом детского сада, успешно одобрен общественностью и поддержан республикой. Общая стоимость 930 тысяч рублей. На эти деньги приобрели современное учебное оборудование для коррекционно-логопедических занятий. В 2022 году руководство садика совместно с родителями, с жителями Инты подали заявку в народный бюджет именно для обустройства класса с логопедическим оборудованием. В городе в садиках этого оборудования нет. В этом году вот оно уже здесь пришло, и это первый будет класс в наших детских заведениях. Конечно, оно нужно. Вот сейчас мы посмотрели много интересного. Здесь и интерактивная панель, и много всяких игр. Я думаю, детям будет очень интересно. Сейчас оборудуют, установят и будут заниматься. Теперь кабинет логопеда будет выглядеть словно космическая станция. Здесь появился интерактивный коррекционно-развивающий комплекс «Логопедический космодром». Разработали план, что посмотрели, что необходимо. Также выбрали сундучок логопеда с различными материалами, интерактивное оборудование «Космодром», профессиональный стол логопеда, интерактивную панель, чтобы транслировать наши новые интерактивные программы. В базовую комплектацию входят сотни интерактивных программ, дидактических материалов, методических рекомендаций и прочих вспомогательных компонентов. Дети смогут оперативно увеличить свой словарный запас, развить фонематический слух, логику, артикуляцию, моторику, чтение и письмо. В рамках проекта также приобретены большая интерактивная панель, профессиональный стол и сундучок. Все логопедическое.